Жемчужина района Серных Бан Абанотубани является древнейшим районом столицы Грузии – Тбилиси. В переводе Абанотубани означает «банный район», «банный квартал». Метехи – старейший район и поселение на территории Грузии. Он расположен на берегу реки Куры, на одноименной скале и был населен еще при Вахтанге Гургасале, при царе Иберии во второй половине V века, который основал здесь свой дворец. Название Метехи переводится с грузинского как «вокруг дворца». Именно вокруг дворца Вахтанга и был построен и впоследствии населен весь район, где долгое время располагались в том числе резиденции местных правителей. На скале расположен храм Метехи, Метехский собор Рождества Богоматери. Храм был возведен рядом с дворцом Вахтанга в XII веке. В первоначальном виде просуществовало до XIX века, а потом здесь располагались казармы казачьего полка. При Берии церковь была фактически уничтожена, и только в 1988 году церковь была восстановлена. Она по сей день является действующей и охраняется государством. Царь Иберии Вахтанг Гургасали правил во второй половине V века. Его прозвище Гургасал переводится с персидского как «волчья голова» от формы его шлема. Абанотубани – уникальный район Серных Бан в центре Тбилиси. Здесь можно увидеть аккуратные купола почти на уровне земли и главное – испробовать на себе целительное воздействие естественных серных источников. Первые бани появились здесь еще в XVI веке. Однако, по легенде, сам город основанием обязан именно источником. Тбили по-грузински «теплый», равно как и источники. Когда-то здесь не только мылись и оздоравливались, но и общались, а городские свахи в специальные дни устраивали смотрины. Здесь находится хинкальное «Масминдзело». Название в переводе с грузинского означает «хозяин», то есть человек, принимающий гостей. Здесь можно попробовать хинкали, хабаби, шашлык и так далее. Но мой совет – не торопиться при выборе хинкальной или ресторана.